Компания разработчиков Bearded Ladies анонсировала новую игру Caption 2029 с постапокалиптическим миром Америки будущего, и сразу же показала первый трейлер с геймплеем и датой выхода. Как сообщает студия Bearded Ladies, ранее выпустившая игру Mutant Year Zero, Road to Eden, анонсировала новый проект Caption 2029. В игре геймерам предстоит отправиться на несколько лет в будущее и сыграть за элитных суперсолдат, которые стремятся освободить США от захвата роботизированными противниками. В первом трейлере Caption 2029 авторы показали сеттинг своей игры и первый геймплей. Новый проект Caption 2029 является представителем тактических пошаговых игр в стиле проектов Mutant Year Zero, Road to Eden, XCOM 2 и Phoenix Point, но с некоторыми уникальными особенностями. Так, авторы обещают, что Caption 2029 будет очень сложной игрой, постоянно бросающей вызов геймерам. В Caption 2029 игрок будет проходить тактические миссии отрядом элитных бойцов, а операции можно будет проходить с упором на скрытность и неожиданную атаку противника. Поэтому в Caption 2029 широко используются технологии невидимости и маскировки. Кроме того, судя по кадрам трейлера Caption 2029, в новой игре будет высокая степень интерактивности и разрушаемое окружение, которое можно разрушить, взорвать и поджечь с помощью оружия или умений. Игра Caption 2029 выходит уже с 17 февраля, сообщает Gamma.ru, так что геймерам не придется долго ждать выхода новинки. Пока анонсирована только ПК-версия Caption 2029, которая будет доступна эксклюзивно в Epic Games Store, и не выйдет в сервисе Steam.